Всем доброго времени суток. Рейтинговая игра 1 на 1, занимаю 36 место, и против меня игрок с рейтингом 82. Пойду в Азию и далее в Китай. Строюсь по-простому, как новичок, проходы не застраиваю, а как мне удобно, у соперника далее будет видно застройка более грамотная. Решаюсь строить только стрелков, апаю в казармах все улучшения. Возле каждой добычи ресурсов строю вышку, на таких рейтингах можно лишиться всех рабочих. Вот и часть его войск уже обходит сбоку. По территории, видим, он перешел к воде, для добычи рыбы, нам это точно не нужно, будем выбивать его оттуда. Конюшни, хочет вырезать рабочих для просадки экономики, вышек немного есть, должен вытащить. Интересно строит конюшни на моей территории, наивный.
Чи. Ресурсы позволяют, и мне нужны здесь стрельбища, лобовая резня, а тут нужно много стрелков. Еще он кусочек территории забрал, добывает ресурсы, либо задумал что. Ко мне идет войско, и достаточно быстро. Кавалерия. Умно, пока отвлекаюсь на битве. Нужно улучшать вышки, и срочно, обычные Азии уже не выдержат. Ресурсов тоже мало, не доконтролил добычу. Yeah.
еду надо переключать на рис или просяду по еде. Еще партия конницы идет. Рабочих не прячу, хотя мог бы успеть. У рабочих Китая неплохая атака, думал снесут конницу. Но тут я ошибся, самураи хороши в своем деле, да и они мне уже не понадобятся. How far can we get if we sail?